Тем временем в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня прибыла группа московских специалистов. Среди них помощник министра здравоохранения России, заместитель руководителя Росздравнадзора и два врача-пульмонолога. Их задача – оценить, как в республике организована врачебная помощь и дать рекомендации по улучшению ее качества. Сразу по прилету московские специалисты обсудили с представителями республиканского Минздрава текущую ситуацию. Также они планируют посетить ряд медучреждений. Добавим, что кроме Хакасии столичные врачи помогают Кузбассу, Якутии, Республике Алтай и Иркутской области. Мы, конечно, очень ждали этих специалистов. Следующая бригада специалистов – 5 человек. 3 врача, анестезиолога, реаниматолога и 2 хирурга со специальной подготовкой по ковиду. Должны вот приехать сегодня-завтра, мы там согласовываем последние сроки. По крайней мере, уже они позвонили, сказали, что приедут и готовы проработать у нас в течение месяца.